Уклонение от призыва на военную службу приобрело на Украине массовый характер, утверждает немецкое издание Handelsblatt. Только в Киеве до 95% всех трудоспособных мужчин сегодня уклоняются от воинской повинности. На западе страны больше половины молодых людей в последние месяцы покинули страну. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях более 60% мужчин трудоспособного возраста находятся за пределами Украины. В целом до 70% рабочего населения западных областей уехали на работу в соседние – Польшу и Румынию. А многие и дальше – в Италию, Германию, Австрию. Из Сумской области организованы туристические автобусные маршруты в Россию, которые фактически используются теми, кто уезжает в соседние области на работу. Как правило, украинцы стараются не возвращаться к себе в страну, чтобы избежать призыва в армию, рассказывает Handelsblatt.